Международный женский день. Сегодня это праздник, который принято дарить цветы и подарки всем женщинам. Но все началось с забастовки работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые выступали за улучшение условий труда и равную с мужчинами заработную плату. Позже при участии немецких революционеров Клары Цеткин и Розы Люксембург был учрежден женский день, который изначально предполагал демонстрации, митинги и шествия, привлекающие общественность к проблемам и правам женщин. Но очень скоро эту традицию забыли, и женщины, помимо рождения и воспитания детей, стали осваивать тяжелые мужские профессии, что и по сей день актуально. Какая, на ваш взгляд, самая женская профессия? Это, я считаю, домохозяйка. И женщина должна стать мамой. Врач. Продавец, наверное. Ну, возможно, администратор, секретарь. Женщина вообще должна работать? Я думаю, работать, наверное, можно, но не целый день. Часа 4 будет очень полезно. Женщина не должна работать. Что думают сами женщины, достигшие успеха в мужских профессиях? Вообще, вы считаете свою профессию тяжелой? Может быть, женщины вообще не должны работать? Не должны работать. Я училась 7 лет. Я не мечтала такой жизни, как зимой, летом все на улице стою. На 53 года кто меня возьмет на работу? Правильно? Ипотека, кредит. Куда мне пойти? Почему мужская? Почему именно мужская? Нет, не мужская, не считаем. Разные бывают трудности. Ну, это устранение всяких неполадок с вагоном. Вообще, на ваш взгляд, какая женская профессия? Женская? Ну, наверное, портниха, я так думаю. Сейчас работа для женщины стала вынужденной мерой для обеспечения своей семьи. И тут уже род деятельности выбирать не приходится. Но женщина всегда остается женщиной. И в любом случае ей приятно получать подарки, внимание и заботу. Мужчины, цените своих дам. Валерия Павелко, Анатолий Милосердов, Открытый канал.